после вчерашних этюдов у меня еще остались вот эти прекрасные пионы. Вот, я решила их еще раз написать, потому что вообще я не пишу цветы в вазах обычно, потому что мне их так жалко. Но у нас прошел жуткий ураган, сорвало все, поломало. Мне их, ну, они все свалились на землю. Я думаю, ну ладно, хотя бы сорву, хоть картину напишу. И вот у меня сейчас такой вот рисуночек. Вот углем я сделала быстренько-быстренько за 5 минут. И сейчас приступаю к живописи. Так, первая часть моей работы закончена. Я избавилась просто от белых пятен. Вот я в этих вот местах, да, допустим, в темных, целиком плашку пишу. Темный цветок, темные цветы, темные. То есть, не вдаваясь в подробности, для меня важно просто закрыть быстро-быстро белый цвет. И теперь я дальше буду работать мастихином. До этого я писала кистью, несколькими кистями широкими. И теперь я перехожу к мастихинчику и начинаю прорабатывать уже какие-то детали. Так, ну вот как-то так. Вот такой вот у меня этюдик был, получился за один сеанс. Ой, я забыла лепесточки еще падающие нарисовать. Сейчас допишу и все. Дэсь, ну ты вообще ничего в искусстве не понимаешь. То занавеску всю подрала, а так вот, вот видишь, мама написала этюд.